motherfucking copycat. Fuck your ambiance. They call me Lox. Hi, Lox. Chances that you fucking with me, probably not. Probably not. I pray here every day for my son, Рок. Рок. Сын Рок. Горе в семье. А у вас что-нибудь есть в лавочке, молодой человек? С шикарной прической. 15 золотых. Блин, парень, хорошо, что я зашла к тебе. Все. День империи. Ну-ка, а я надеюсь, я в нее влезу? Да. О, боже, нет, она выглядит, конечно. Какие у меня ручки. Толстенькие. Лолинар. Лол. Дулин, блин, какие же имена у гномов угарные. Гарим, Пукан и Дукан, Лолинар, Дулин. Первое, что нужно сделать, это снять все вещи со всех. Потому что нам надо будет максимально оптимально всем подобрать доспехи. Фига у нас ляхи накачанные. Блин, Морриган, прости. Так, Вин тоже прости. Прости, Вин. Оборудуем Пукана. Кстати, да, у нас тут весь лагерь голый. Какая-то оргия происходит. Ну, кроме Алистера, его я не смогла раздеть, потому что для меня это будет невыносимо. Да, грозные голые ребята. Это все... Вах! У меня же есть вот эта замечательная вещь. Это же мод. Scout Armor. Female only. Что за феминизм? Прикольно. Только выглядит... Шлемики мы не будем никакие. Нет. Ой, инвентарь-то заполнен. Блин, я теперь шапку не могу снять. Так, как же холодно. Алистерчик. Алистер-тр-тр-тр-тр-чик. Чик-ч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 ик. Эта броня, она слишком яркая. Он похож на клоуна. Такие ножки маленькие. Ха! Меча нету, придется покупать. Кинжал. Длинный меч. Молот. Не подходит, сука. Теперь купим щит Алистеру какой-нибудь. Ой, не щита, блин, меч, надо меч. Это меч? Да нет, не меч. Это меч? Да блин, мечи дайте мне меч. О, вот меч, да это не меч. Блин, я сколько раз сказала слово меч. Меч! Меча нету, не качала я мод на мечи. Блин, скороговорку прям. Мне плевать на тебя, я просто одену тебя, чтобы ты голый не был. И да, спрячь свою шевелюру, пожалуйста, страшную. И теперь идем в Арзамар. Только не говори, что на меня нападут. Прямо когда я шла. Я и была в Арзамаре, Лагерь, я... Что за логика у этой игры? Что? Ты... What is going on? Выжил хоть кто-нибудь? Okay. Я поняла, Алистер, что тебе хорошо. Мы и были в Арзамаре, у нас лагерь стоял прямо рядом. Прямо в Арзамаре он стоял. Какого хрена мы оказались где-то в лесу, в теплом месте, в такой близости от морозных гор? Я что хотела? Я хотела, чтобы Морриган сварила нам... травку. Лалалалириум. Молитесь, чтобы мы смогли красивая броня на Арзамаре наживиться и кучу. О, вах. Товары фигура. Фигура. Офигеть, часть сидела, тупо разбирала вещи. Это с мега просто упорото и скучно. Ух ты, какой красивый магазинчик. А где тут кто-нибудь? Это же не РПГ со сменой дня и ночи. NPC не мог просто уйти спать. Где? Где ты? Фигура пропал. Мама мия, Фигаро. Я что-то распелась. Блин, этот Фигаро, сука. I recommend the Lycan Ale. They brew it downstairs. Name's Naveen. I fight with Prince Balin's expeditionary field unit. Мы с тобой не подружимся. Orzammar politics are getting near as dangerous as battle. Ты, наверное, первый адекватный представитель дома Белинов, который я встречал. Почему у тебя голос, как у Йоды? Ну, естественно, в английской озвучке. Кот прям на эту сел. Он прям на кофту мою сел. Ну, там хорошо, наверное. На моей кофте? Только аккуратно, сейчас порвет же. Ну, у него такое недоумение, искренне. Такой нежник. Ау!
Ау-ау! Ау-ау! Собачка. Win? Yes, Alistair? My shirt has a hole in it. I see. And? Can you mend it when we get back to camp? Can't you mend your own clothes? Why do I have to do it? Sometimes I pick up too much fabric and it ends up all puckered and the entire garment hangs wrong afterwards. And you're, you know, grandmotherly. Grandmothers do that sort of thing, don't they? Darning socks and whatnot. You don't want me to have to fight Darkspawn in a shirt with a hole, do you? It might get bigger, I might catch cold. Oh, all right. I'll mend your shirt the next time we set up camp. Oh, and while you're at it, the elbows kind of need patching too. Careful, young man, or puckered garments may be the least of your problems.